В селе Перхушково продолжаются работы по возведению нового жилого комплекса. Планируется, что современный микрорайон будет отвечать всем запросам граждан. Максимальная этажность вот здесь какая? Здесь 4-5, вот, и 5-6, там, да, то есть мы снижение ИЖС предусмотрели, да, максимально комфортное. Вот. В каждом у нас в подъезде лифт есть, вот, поэтому здесь на самом деле все достаточно так уютно, комфортно. На первом этаже одного из жилых корпусов появится офис врача общей практики площадью 150 квадратных метров. Строительство, ремонт и оснащение всем необходимым оборудованием осуществляет застройщик. После завершения работ это помещение, а также две квартиры для медработников и еще несколько для переселенцев из ветхого жилья передадут в муниципальную собственность. Везде будет сделана чистовая отделка. Глава округа Андрей Иванов в ходе инспекции проверил этапы строительства и пообщался с застройщиком. Все квартиры будут с ремонтом. С ремонтом. У нас по контракту 500 метров предусмотрено. Даже передать администрации. Мы уже направили перечень, согласовали 523 метра. То есть небольшим увеличением. И две квартиры для расселения врачей. У нас на 71 квадратный метр. Территорию жилого комплекса благоустроят, а для удобства жителей в 2023 году появится детский сад на 360 мест. Также обсуждается вопрос строительства пристройки к местной школе. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».